26 февраля в школе номер 1 станицы Азовской открылась фотовыставка о жизни последнего российского императора Николая II и его семьи. Экспозицию представляет Московский Сретенский монастырь. На фотографиях запечатлены моменты из жизни императора, его жены и детей. Вместе со школьниками иеромонах Игнатий Шестаков обсудил тему семьи и воспитания детей. Также он рассказал о значении царской семьи в истории нашего народа и государства. Монастырь возит эту выставку по многим городам России. Бывали они и за границей, в крупных международных центрах, в посольствах, в учебных заведениях. Вот сегодня особенно радостно и трогательно, что эта выставка приехала в простую кубанскую станицу. Вот, и наши дети могут тоже прикоснуться к тому, что видел уже весь мир. Царская семья имеет большое значение в православии. Император Николай II, императрица Анастасия Федоровна и пятеро их детей были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Русская православная церковь канонизировала царскую семью как мучеников.